Ух ты! И снова я, Александр Криволап, печенеги. Ребята, виноград Аркадия. Урожай 2018 года. Виноград Аркадия. Столовый сорт. Ранний. Виноград Аркадия отличается высокой урожайностью. Созревает до 115-126 дней после распускания почек. Если уход хороший за виноградом, то считается сильнорослые кусты. Вес грозди винограда где-то 500-700 грамм. Некоторые грозди весят до 2 килограмм. Виноград Аркадия обладает высокой устойчивостью к различным заболеваниям. Если кусты винограда опрыскать фунгицидом, то виноград почти не поражается мелью и оидиумом. Данный сорт не боится морозов до 21-23 градусов. Ну, боится сильного ветра. Я думаю так. Если зимой мороз и ветер, это страшнее мороза. Если тихая погода и мороз. Я виноград Аркашку, Аркадия, я его называю Аркадия, Аркаша. Аркадия на зиму укрываю 50% агроволокном. Наш виноград Аркадия. Аркаша. Ну все, ребятка, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока. На вкус виноград сладкий.